Доброго времени суток всем, бойцы Point Blank, на связи студия Arena for Game все так же, ну и мы врываемся в легендарный дивизион, дорогие друзья. Сегодня у нас также будет три матча, но изрядно придется попотеть и бойцам команды Playing Esports, и игрокам команды AOXZ. У этих команд будет по несколько матчей, ну и поехали посмотрим первые же Playing против команды Strong Wild. Первая карта, деловой центр на это противостояние, ну и как всегда надеемся на жару. Дорогие друзья, немного зависла у нас информация на Ютубе, так что обновляйте почаще, какие матчи, что. Я постараюсь устранить эту техническую неполадку в ходе нашей трансляции. Откинуты уже гранаты, в соответствии атака работает полным ходом. Ну и давайте посмотрим, чем же сейчас смогут ответить игроки команды Strong Wild. Трое бойцов против пятерых. Тео отметился фрагом вместе со Стефаном, ну и позиции аплейнта вполне сейчас укрепили игроки команды Strong Wild, а вот Б-сайт полностью проиграли. А Джеффри, есть минус по Кайлу, Лос готов принимать был Загара, и в принципе у него это получается неплохо, есть минус, но и Дэниэль остался 1 в 3. Не завидую этому парню, конечно, скилла у него не занимает, но тем не менее, одному против пятерых первоклассных стрелков команды Playing Esports отстреляться будет крайне тяжело. Есть уже, мне кажется, примерная информация. Да, выход имеется, и от Джеффри пачка. Это первый же раунд в активе команды Playing Esports в атаке на деловом центре. Но вот этих плейнгов, я думаю, болельщики как раз-таки уже узнают. И именно эту агрессию, именно этот темп игры, уверенность внутри самих ребят. Ну и смещение, опять же, имеется в районе аплейнта. Джеффри уже занимает позиции банана. От Лоса будет играть через стрит от Стефана. Неплохая пачка, закрывает Загара. Ну и смещение будет в дальнейшем со стрита все-таки под аплейн. С лашками не справляется Дэниэль, закрывает его Лос. Скайлейк на квадрате играет как раз-таки закрывающего своей команды. Есть минус, но ситуация 5 в 2. Игроки команды Strong Wild прекрасно понимают, что сейчас у них явно все идет не по плану. Им нужна тактическая пауза, но уже 2-0 на первой карте, дорогие друзья, мы с вами наблюдаем. Победила красная команда. Так. Что у нас там было по чату Ютуба? Всем привет, как настрой, как погода у вас? Привет, граф Драго, привет, настрой, как всегда, боевой, ничего не меняется. Погода, надеюсь, будет меня щадить, иначе я здесь один просто сплавлюсь под такой температурой. Раид пишет, здорово, здорово, Раид. Фарук пишет, привет, привет, привет тебе также. Так, ну что, команды готовы, команды готовы. Тактическая пауза, надеюсь, не прошла даром. Ну и в соответствии увидим борьбу. Вообще у меня такое ощущение, что мы сегодня на протяжении всего с вами боевого вечера увидим полноценное БО3 противостояние. Мне кажется, здесь не будет такого, что кто-то будет выигрывать 2-0, 2-0, 2-0. Но поехали смотреть. Я так понимаю, ротация все-таки немного была у команды Strong Wild. Поменяли бойцов, и уже имеется опенфраг от Загара и Дэниэля. Но здесь же Джеффри разменивается под коробом, и при этом ни 1% хелсбара не теряет. Смещение от Лоса имеется на стрит. Я так понимаю, Скайлейк сейчас из роли закрывающего переходит в роль атакующего. Подходит к своим тиммейтам в район инсайда. Скорее всего, будет смещение как раз под аплейн. На пятаке находится Загар, плюсом хелпа будет в лице Кайла. Макс очень быстро смещается, и в принципе со стрельбой хорошо у этого парня, никаких проблем не наблюдается, так что своевременного саппорта отправить обязан. Давайте смотреть. Загар уже дает прострел через ширму под Лоса. Лос зашел на кассу, но саппортов нету поблизости. В соответствии Лосу надо уходить. Хаешка неплохая, но Лоса простили. При этом 31 хп оставили, а вот Скайлейк принимает Кайла. И явно здесь пощады ждать не приходится. Есть минус. Загар опять же отвечает разменом. От Скайлейка смещение на пирамиду. От Загара неплохая пачка. И Джеффри остался один против троих
бойцов команды соперника. 14% здоровья у этого парня на хелсбаре. Так что придется изрядно попотеть. Но здесь либо игра на голову, либо поражение. Смещается по пирамиду, пытался свапнуть девайс, но не удается. Загар наказывает еще его сверху. Есть минус. И это квадрокилл в исполнении Загара. И ответный раунд все-таки со стороны обороны от команды Strong Wild. Поехали смотреть за продолжение. Но сейчас самое главное, чтобы плейнги не осели. Если они просто сейчас осядут на своих позициях, если они перестанут играть столь агрессивно, то мне кажется, здесь Свайлды вполне могут перехватить инициативу на себя и спокойно закрывать первую половину. От Стефана у нас имеется опенфраг, под аплинтом как раз-таки начинается движуха. И в упоре находится Дэниэль. Дэниэль засветил свою позицию, Аук уже пошел на упор, но от Дэниэля все-таки имеется минус. Лос проигрывает эту очную встречу. От Дэниэля еще одна пачка залетает, ну и на данный момент у команды PlayNK Esports не все так гладко, как им хотелось бы. Смещение имеется под БК, смещение на центральное кафе. И в дальнейшем выход будет под позиции Б-сайта. Директор готов принимать, есть по нему информация. Директор, неплохая пачка по Тео. Скайлейк размен, Скайлейк даблкил. До третьего килла доберется или нет? Но нет, все-таки решил не заигрываться. Дарит этот фраг своему тиммейту. А Джеффри дроп на парыч. Есть минус, и Дэниэль 1 в 2. Ну, не сказать то, что прямо критическая ситуация у этого парня. В принципе, с УАшками он работает довольно неплохо и при этом прекрасно знает, что ему нужно делать, как будет действовать его соперник. Есть смещение по Джеффри, есть по нему информация, но Дэниэль теряет здесь приличное количество здоровья. 9 хп остается из 100, так что 81 хп потерял этот парняга, и сейчас его вполне могут просто задавить. У него есть информация, что там еще и Скайлейк находится за ящами, но здесь он пытается играть на голову, это явно накидывает дамага еще и по Скайлейку. 4 хп остается, но Скайлейк остается играть ва-банк, а Джеффри уже принимал решение на смещение позиции, как Скайлейк добивает своего оппонента. И 3-1, дорогие друзья, мы с вами наблюдаем на табло. Плейнги, опять же, после первого проигранного раунда, после перезахода на тактическую паузу, отвечают довольно неплохим раундом. Да, было тяжело, да, пришлось попотеть, но тем не менее, никто не обещал, что здесь будет изи гейм. От Стефана есть прием Джо, опять же, подорвался на бочке, попытался миновать перестрел на длине, уйти от соперника, но не удалось. Хаешка под Кайла залетает отличная, 22 хп остается, и Лоса уже пропустили под позиции Б-сайта. Дэниэль, неплохой ответ, есть хедшот по Джеффри, но ай-яй-яй, его зажали. Зажали, директор вовремя пришел на толпу. Я думал, Дэниэль уже будет не жилец, но нет. Смещается под первую линию, находит еще один фраг, закрывает Скайлейка и Тео вместе со Стефана, 2 в 2. Дэниэль и Загар, в принципе, довольно рейженные. У Тео есть информация сейчас, что соперник находится как раз-таки в районе шарта, но Стефан открывается, причем довольно неаккуратно. Загар его за это наказывает, остается один Тео. Тео мог накинуть сейчас дамага по голове Дэниэлю, но тем не менее здесь соперник уже пытается давить именно массой, то что их двое, они пытаются вдвоем закрыть своего соперника просто на хелсбаре. Но здесь пачка неплохая, а Тео все-таки залетает, и у него есть информация о местонахождении Дэниэля, но Дэниэль сыграл довольно грамотно, вышел на чек сразу же с префайром, есть минус, и очередной раунд забирают для себя игроки команды Strong Wild. По-прежнему продолжают наступать на пятки бойцам команды PlayNK Esports, но тем не менее у плейнгов пока что все нормально. Все нормально, эти парни находятся в численном преимуществе по раундам, да, у них на один раунд есть преимущество над соперником. Нету информации сейчас по Кайлу, который агрессивно играет по центральной кафе, и Максим вполне этим может воспользоваться. Под аплинтом начинается опять же карнавал, и там отыгрывает один Загар, ему явно нужна будет хелпа, и эта же хелпа приходит в лице директора. Есть ли по нему информация? Думаю, да. Да, и его должны были сразу же ловить, он здесь, в принципе, не пытался скрываться. Под коробом пытаются накинуть дамаг по Джеффри, проходит дэмэдж, но пока что средний. 51 здоровья остается, 49% хелспоинтов потерял. Ну и поехали смотреть с продолжением. Кайл сыграл довольно агрессивно под ЦК, за это пришлось платить хелсбаром. Есть минус от Тео. Ну и вот она ситуация опять же на равных. 4 в 4, у них есть информация, что Загар играет один под Альфой. Но у него моментальный саппорт из дома, и в принципе Загара отстрелить так просто явно не получится. Но давайте смотреть, что же будут предпринимать игроки команды PlayNK Esports. Выпад на пятерку имеется от Тео. Тео очередной фраг. И еще один килл находит Архан для своей команды. И команда Strong Wild на данный момент может просто остаться ни с чем. Но давайте посмотрим на Джо и директора, как эти парни будут играть на выбивании бомбсайта. Но тем не менее, Тео не принимает решение фастом ломиться в район аплейнта и хелповать своим тиммейтом. Он попытается зайти в тыл как раз-таки своему сопернику и оттуда уже накидывать дамага. Он находится на шарте. По нему навряд ли есть хоть какая-то информация. А вот по директору инфа вся необходимая была. Есть дэмэдж, и Тео
Лео находит очередной фраг. Джо открывается на перестрелку против Скайлейка, но даже среагировать не успел, как Скайлейк наказывает своего оппонента. Четвертый раунд на табло для команды Playing Esports. Это 4-2. И остается один раунд до завершения первой половины. Ставки сделаны, ставок больше нет. Дамы и господа, еще раз всех приветствую, кто присоединился на трансляцию. Надеюсь, вы со мной будете до конца нашего боевого вечера. Всех с субботы, дорогие друзья. Как провели субботний вечер? Кто где отдыхал, кто куда ездил? Давайте пообщаемся с вами в чате. Ну а тем временем у нас уже прошли размены на карте. Минус Лос и Тео, в принципе, ведущие стрелки команды Playing Esports. И Дэниэль вместе с Загаром. Давайте посмотрим, чем же парни сейчас будут отвечать. Но здесь... В принципе, Джо и директор уже потерялись полностью. По Джо есть полная информация, так что Джеффри его мог закрывать, но я не понял, почему он не пошел на эту перестрелку. Как-то неуверенно сыграл, но и директор сейчас просто пойдет щемить Скайлейка. Если от Скайлейка будет минус по директору, то один на один он еще может выступить против Джо. А вот она и пачка. Джо смещается тем временем через центральное кафе, выход на шорты и будет занимать позиции Б-сайта. По крайней мере, попытается. Откид Хае имеется под Скайлейка. Ай-яй-яй, Хаешкой вымаливает на перестрелку, но эта перестрелка была дороже и для Джо. Скайлейк ставит по нему пачку. И это все-таки пятый раунд в активе команды Playing Esports. И первая половина заканчивается со счетом 5-2. Ну, Плейнги, молодцы, молодцы, ничего не скажешь, эти парни просто разносят пока что своего соперника. После смены сторон, если честно, точнее не смены сторон, а после перезахода, когда команда Strong Wild взяла для себя тактическую паузу, я думал, сейчас матч этот выйдет на, так скажем, качели, то есть команды будут постоянно забирать раунд за раундом, и мы закончим где-то это противостояние, точнее первую половину, со счетом 5-4. Но, тем не менее, этого не произошло, и на данный момент Playing Esports действительно забирают полностью на себя всю инициативу, ну и пока что матч идет под диктовку этих ребят. Где Герман? Опять же вопрос. Германа сегодня не будет, у Германа с зубом проблемы, Герман лечил зуб, так что говорить... Пока что будет тяжело. В соответствии, чтобы не пороть эфир, Герману я сегодня говорю, отдыхай. Отдыхай, братишка, он так рвался. Я ему говорю, нет, дружище, здоровье важнее, здоровье важнее. Так что напишите Герману в личные сообщения, скажите, Герыч, выздоравливай, ешь поменьше сладкого, чтобы зубы не болели. Ну а мы продолжаем наблюдать за противостоянием S-Wild и команды Playing Esports. Выпад уже имеется на лонг, и Лос первым же потерпел здесь фиаско в перестрелке против команды Strong Wild. Загар поставил неплохую пачку, и Атео, опять же, игра на упор позиции центрального кафе. Будет ли выпад здесь со стороны команды Strong Wild? Пока что сложно судить, но судя по тому, что парни играют на лонг и центральное кафе, эти парни, скорее всего, принимают решение все-таки попытаться открыть позиции Б-сайта. От Стефана был минус, но тем не менее Джо в очередной раз разменялся, и у Тео есть информация, что на позициях шарта на данный момент действительно огромные проблемы. Здесь как минимум 2, то и 3 соперника находилось, но тем не менее Strong Wild принимает решение на смещение под аплейн. Тео выходит на аркаду центрального кафе, встречается здесь же с директором. Директор его ликвидирует, в принципе, без потерь для себя. Ну и Аплейнт уже занимается. Джо проходит на позиции бомбсайта. Да, есть по нему инфа, 25 хп. Ну и попытаются законтрить его при попытке покинуть этот же бомбсайт. Но Джо, судя по всему, не собирается этого делать. А нет, собирается. Выходит на чек, и Скайлейк сразу же его наказывает пулей в лоб. И должна быть информация сейчас как раз-таки по позициям ланга, где находится директор. От Стефана очередной минус, закрывает Дэниэля. Ну и ситуация 2 в 2. Скайлейк вылетает на перестрелку пара. Хороший хедшот по директору. Кайл остался один. Он играет на упор с уашками, но по нему есть вся необходимая информация. Его будут закрывать с двух сторон. Минус от Скайлейка очередной. Ну и я не знаю как, но тем не менее эту ситуацию проигрывают для себя игроки команды Strong Wild. Вели очень хорошо. Заняли бомбсайт, еще преимущество по игрокам. Но тем не менее, две азербайджанских машины для убийств просто решили все проблемы своей команды на карте. Так, продолжаем наблюдать. Джеффри, open frag, но я так понимаю, Джеффри здесь уже ничего не боится вместе с Лосом. Да, парни просто пошли на поджим, от Лоса минус по загару был. Закрыл обидчика своего тиммейта, ой-ой-ой-ой, там еще и погибает Кайл. Дэниэль отметился фрагом, конечно, по Тео, но ситуация это 3 в 2. Она, в принципе, неплачевная для команды Playing Esports и команды Strong Wild. Директор очередной фраг нашел для своей команды, но у него 2 килла, и еще до двоих надо добраться.
Еще до двоих надо добраться, это довольно тяжело. С дома играет Skylake, Стефана тем временем от третьей линии, но от позиции шарта. Кто будет закрывать, директор сейчас выйдет и просто будет наказывать. Но по нему появилась уже вся необходимая информация, смещение также с дома. Все мы с вами знаем то, что здесь директор в основном рассчитывает на дамаг своего девайса, именно СК-2010, 30 урона у этого парня. Ну и в соответствии он мог вполне разобрать своего соперника буквально за 3 тычки. Но тем не менее, ему даже выстрелить не позволили, как находят минус Пленги и находят очередной раунд в актив своей команды. Ну что же, здесь остается буквально один раунд Пленгам, и эти парни явно будут победителями на первой карте. Как все пройдет по второй, неизвестно. Вчерашний вечер нам с вами подарил довольно 3 жарких матча по формату BO3. И первая карта, казалось бы, на изи выигранная одной командой, но на смене сторон команда, которая уже считалась аутсайдером, наоборот, собирала себя в руки и разносила все в щепки на своем пути. Так что посмотрим, какие-либо выводы делать по первой карте будет очень тяжело. Есть очередной минус, закрывает лоса. Опять же, Шамиль попытался сыграть довольно агрессивно, но, тем не менее, проиграл. Тем не менее, проиграл эту перестрелку. На длине есть информация, что Джо играет довольно агрессивно, но здесь еще и Тео находится за спиной. По прямой информации ровным счетом никакой. Взлетает пачка. Вот теперь попробуй пойми, откуда это прилетело. Это с ЦК закинули со спины. Откуда? Что это происходит? Но, тем не менее, Тео принимает решение уйти уже полноценно на позиции инсайда. Джеффри на аркаде центрального кафе. Дэниэль прекрасно понимал, что соперник, возможно, сейчас пойдет в пуш, ну и спокойно законтрил своего оппонента. 3 в 2, уже 3 в 1. Тео находит очередной минус, закрывает Дэниэля, и Кайл остался один. Выходит под парыч, по нему информации не было до последнего момента, но, тем не менее, этим хедшотом он дал о себе знать, и Тео выходит с корба и спокойно накидывает дамага по своему сопернику. Очередные фраги полетели безумные какие-то от Архана, трипл килл за предыдущий раунд, ну и в соответствии команда Playing Esports поставила точку на этой карте перед командой Strong Wild. Остается формальность узнать, сколько раундов забирают для себя в атаке игроки команды S-Wild. Есть неплохой минус по Джо, но Джо сыграл довольно агрессивно. Я так понимаю, здесь уже просто игра ва-банк пошла от команды Playing Esports и от команды Strong Wild. Парни постоянно выходят на аркаду. Если бы SV играли именно на раунды сейчас для себя, навряд ли от них мы бы увидели настолько быстрый раунд. Но, тем не менее, этот раунд был сделан, и он был довольно наглым. Парни сразу же ворвались на позиции как раз-таки аплинта. А Джеффри очень хорошая каешка залетает по загару. Я так понимаю, загар надеялся на то, что фугас все-таки будет установлен, но, тем не менее, этого не произошло. Хаешка взрывается, и минус загар. Лос тем временем засветился. Так, директор ССК накидывает по нему дамага, но слишком был увлечен перестрелкой по лосу, не зачекав Стефана с дома, и Стефана наказывает своего оппонента. 10 хп еще оставляет Кайлу. Максим покидает пока что позиции аплейнта, уходит на стрит. В дальнейшем, скорее всего, увидим смещение через банан под короб или же центральное кафе, но здесь находится Джеффри. Джеффри выходит на попытку добивания, но, тем не менее, попасть не удается по сопернику, но он прекрасно знает то, что не покидал банана. Кайл, есть минус, закрывает Джеффри спокойно своего оппонента, но и пока что по второй половине мы в целом с вами наблюдаем 9-2. 9-2 по второй половине, уже 4-0. То есть здесь Плейнги в обороне практически шансов не оставили своему сопернику. Тео тем временем играет под позициями короба с РБ. По нему информация навряд ли есть хоть примерная. Так что здесь надо быть аккуратнее игрокам команды S-Wild. Но также есть смещение и под позиции шарта. А Джо имеется минус, закрывает Стефана. Лоса еще могут законтрить сейчас вполне на позициях ланга. Там же находится директор. Ну а Джеффри, хаешка хорошая. Не знаю, как по мне, немного жмутся сейчас к своим позициям игроки команды Strong Wild. Эти парни просто зажимаются где-то по центральным кафе. Они нашли open frag, но, тем не менее, дальнейших действий от этих ребят мы с вами не наблюдаем. А Джеффри, есть очередной минус. Они закрывают загаром. Ну и Плейнги в очередной раз короли ситуации уже по игрокам. 4 в 2 ситуация на карте. Лос находит очередной минус, закрывает директора. Джо пытается вести перестрелку на длине. И, в принципе, эта попытка была удачной. Смещение имеется скоро от Кайла. Ай-яй-яй, выпад на Тео. Но, тем не менее, Кайла здесь закрыть мгновенно не удалось. Но, тем временем, Skylake и Джеффри, они сотые. Так что придется попотеть. Максиму довольно неплохо. Хотя 34 патрона еще в УАшках здесь. Вопрос огромный, стоит ли этому парню потеть при выбивании хелсбара. Мне кажется, там буквально несколько тычек даст, и все.
Минус, минус Skylake, минус Джеффри. Тут, в принципе, дуалы по скорострелу и по дамагу ни в коем случае не проигрывают. Он сейчас просто за спину зайдет. Нету по нему абсолютно никакой информации. Здорово, Skylake, еще есть минус. Ну и Джеффри теперь один на один. Надо было дропнуться под парыч, попытаться перестрелять здесь своего оппонента. Но, тем не менее, этого не было сделано Джеффри. И Кайл прекрасно слышал смещение в район центрального кафе от Джеффа и... Сейчас возвращается. Он находится под парычем. Кайл сейчас просто переигрывает своего соперника в тактическом плане, так это уж точно. По нему нету абсолютно никакой информации. Парень обыграл. Парень обыграл. Джефф готов принимать выход шарта, но тем не менее он подумает, что это аплейнт. Да, он подумает, что это аплейнт, но под альфой ничего не тикает, ничего не пикает. Можно выходить спокойно на шорт. 42 хп, ну и Кайл сейчас в преимуществе, в принципе, с аугом на дальнюю дистанцию. Джеффри прекрасно понимает, что ему надо ее сокращать, но тем не менее не удается. Браво, Максим! Браво, парень просто на ура отыграл, я не знаю, запредельный КПД у этого парня для команды. И просто чтение соперника. Он на тоненького всегда отыгрывает. Макс, ну не знаю, мне кажется, достоин того, чтобы его в следующих сезонах, если опять же с командой будут определенные проблемы, позвали в более топовый состав. Этот парень только бустанет Тиму. Но тем не менее, здесь уже Джеффри находит дабл килл, закрывает спокойно еще и Кайла следом, да, минус 3 игрока со стороны команды Strong Wild. Минусы директора, Аркадо с БК имеется, но здесь уже просто на питон пошли брать. А Стефана минус, Загар единственный отметился фрагом, но тем не менее его наказали. Заканчивается все-таки деловой центр со счетом 10-3 в пользу команды Playing Esports. И следующая же мапа играется Люксвилл.